Поэтому мы вас всех поздравляем. Давайте мы друг другу похлопаем. Счет 3, 2, 1 и отжимаем. Ну что, Тимош, давайте похлопаем смелому Тимоше. Так, и спросим у Тимоши. Тебе было больно? Нет. Приготовились? Да. Давайте, брат. 1, 2 и 3. И давай еще разок. Пузыри понравились? Да. А расскажи, как ты пускал пузыри? Вот так. И вот так. Сам, что ли? Да. Yeah.
организатором праздника «Синей птицы» KFC. Праздник нам очень понравился, все было чудесно. Вот, огромное спасибо за подарки. Тебе понравился праздник? Хочу сказать спасибо большое KFC за такой прекрасный праздник, за прекрасное угощение, за подарок. И, конечно же, большое спасибо «Синей птице» и благотворителям, которые нам все это организовали. Очень рада, что наших деток не забывают, что они помнят, и что мы всегда можем на это. Здравствуйте, меня зовут Оксана, фамилия моя Горбунова. Мы организовали более полугода назад волонтерское движение «Каждый добрый» и сотрудничаем с фондом «Синяя птица». И сотрудничаем уже на протяжении полугода. И сегодня у нас состоялось очередное мероприятие, посвященное нашим деткам. Мы поздравляли их с днем рождения. У нас было отличное химическое шоу, много подарков, естественно, вкусная еда, поздравления и очень-очень много улыбок. А такое поздравление с днем рождения мы планируем организовывать деткам каждый месяц. Тех, у кого был в текущем месяце день рождения, мы их обязательно будем собирать и поздравлять их.